Здравствуйте! Только что я вам продемонстрировал, как современный фотограф сегодня может готовиться к выездной съемке. Сейчас я более подробно расскажу о системе Kata Auxiliary Poch System, предназначенной для обеспечения комфортности работы фотографа в полевых условиях. Система состоит из ремня, подтяжек или портупеи, а также набора сумочек, предназначенных для хранения и переноса камеры, вспышки и объективов. Кстати, камеру для этих испытаний нам любезно предоставила компания Pentax. Каждая из этих сумочек крепится к поясному ремню с помощью такого вот хлястика. Сам хлястик имеет прочную и надежную пластиковую прокладку. Фиксируется с помощью двух липучек. Сумка для фотокамеры имеет два хлястика для крепления к поясному ремню. Оба они также надежно фиксируются липучками. Обратите внимание, что в комплект каждой такой сумочки Kata входит желтый уплотнитель на липучках, обеспечивающий дополнительную защиту для оптики или вспышки. Кроме того, такую сумочку с помощью данного ремешка можно прикрепить к любому рюкзаку Kata, в том числе и к рюкзакам National Geographic. Продемонстрирую, как это можно сделать. Ну и наконец, в комплект каждой сумочки входит надежный ремешок с удобными и прочными карабинами. Таким образом, каждую такую сумочку можно отдельно носить на плече. В данном отделении, которое имеет застежку типа молния, можно хранить фильтры. Подогнать сумочку под размеры объектива позволяют вот эти боковые молнии. Помимо надежной липучки, каждая сумочка страхуется с помощью пластмассовой застежки. Все сумочки Kata для объектива, вспышки и для камеры имеют ребристые вставки, позволяющие оберегать технику от несильных ударов. В дополнительном внутреннем кармане на липучках также можно хранить фильтр или карты памяти. При этом длина самого ремня удобно регулируется на спине с помощью двусторонних липучек. Длина портупеи на спине также регулируется с помощью липучки. Натяжение самих лямок также удобно регулировать. Таким образом, Kata Auxiliary Poch System сделает работу фотографа более комфортной.